Открытые корты теннисного центра «Миллениум» в конце мая принимали третий всероссийский турнир на призы газеты «Московский комсомолец». В борьбе за награды еженедельника участвовали около 60 спортсменов до 14 лет, а также юноши и девушки до 18. Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Москва. Юные теннисисты этих регионов недаром выбрали для себя турнир МК. Так как турнир входит в российский теннисный тур, то есть начисляются рейтинговые очки, и ребята повышают свой рейтинг, продвигаются вверх по рейтингу российского теннисного тура. Уровень был 4-я категория, 4Б данного турнира. Планируется в дальнейшем этот турнир повышать уровень и категорию турнира до 3-го в следующем году, что больше принесет участникам очков, соответственно, в следующем турнире. Возможностью повысить свой рейтинг и продвинуться на международной арене воспользовался 14-летний Михаил Ершов. Вот его финал. Секрет успеха Миши в этом поединке заключался в том, что игру соперника он изучил основательно. Было очень сложно играть. Отскоки были от линии очень тяжелые. Ветер дул, было тяжело играть против ветра. Соперник был очень тяжелый. Много раз с ним играли. Много раз проигрывал, сегодня выиграл. Свой вклад в победы юных теннисистов вносят их верные болельщики, родители и друзья. Правила боления в теннисе особенные. Неустанно кричать здесь не принято. На забитые мячи нужно хлопать. Никаких выкриков, в принципе, нельзя делать. А почему? Чтобы не отвлекать? Ну вот такие правила, наверное. Это игроки в процессе игры, они могут там как-то себя поддерживать, выкрикивать, там себя подбадривать. Ну, родителям и смотрящим, то есть никак не комментировать не надо. Дочь Натальи, Татьяна, на корте эмоционально. Подбадривает себя как настоящая звезда большого тенниса на английском языке. Таня на турнире добралась до финала и в упорном противостоянии выиграла. Такие эмоции, просто выплеск, все, что сзади накипело. Ну а как тебе удалось свою пользу переломить? Ну, просто девочка была младше меня, у нее нервов не хватило. Я опытнее играю, умнее. Ну и по силе, наверное, сильнее. В категории 18 лет и моложе лидировали Олеся Нестерович и Николай Малюков. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными призами от организаторов турнира.